Это возможно в случае, если человек в соответствующем настроении энергетики сам обращается в своем внутреннем мире к общей с эгрегором информации. Ну, я вам только что перед этим об этом рассказал, теперь вот это научное изложение этой мысли. То есть человек сам обращается в своем внутреннем мире к общей с эгрегором информации. Это возможно также в случае, если человек не способен отстроиться от эгрегориальных попыток возбуждения этой информации в нем самом, его внутреннем мире. То есть, когда информация, он подключился к эгрегору, эгрегор оказывает на него воздействие, а человек не может никак отстроиться. Но это вот называется навязчивая мысль. То есть, с одной стороны, вот то, что мы рассмотрели, он сам начал рассуждать о чем-то, да? Значит, ты накрутил, попал под влияние эгрегора. Либо наоборот, ко мне пришла мысль, то есть ему бах, откуда она пришла. И дальше он не может отстроиться и опять входит в штопор, как говорятся, значит, в авиационной технике, летчики. В случае установления устойчивого энергетического контакта и минимальной информационной общности с эгрегором, вся остальная несомая им человеком информация может быть активизирована эгрегором в поведении человека. То есть, вот то, что сейчас я прочитал, значит, эту словесную формулу, это соответствует чему? Когда установлен устойчивый контакт с каким-то эгрегором, то остальная информация, которая есть у человека, она может быть активизирована этим эгрегором в деятельности и в поведении человека. Эгрегор может предоставить человеку доступ к ранее несвойственной ему информации. Ну, действительно, то есть мы знаем, эгрегор, он, к нему же подключено много людей, и там, в общем-то, много сведений есть. И поэтому из эгрегора, сам эгрегор может предоставить человеку такую информацию. Либо, если человек в своих умозаключениях попросит там настроиться на эту волну. Ну, вот, в частности, многие читали, например, наверное, кто занимается этими вещами, Даниила Андреева «Роза мира», то там многие вещи у него интересные, и они обусловлены чем? То есть, вы знаете, Даниил Андреев, он был КГБ арестован, находился в одиночке, и «Розу мира» он там, так сказать, там кропал. А что это такое? Он в своем внутреннем мире, видимо, был склонен вот к подключению к таким эгрегорам, как там, я не знаю, честно говоря. Но можно предположить, что КГБ там, ребят, не глупые были, они видели что-то, что-то они знали. Вот тот же Георгий Георгиевич Рогозин, это в службе безопасности Коржакова, с которым мне пришлось там несколько лет контактировать, когда мы пытались Ельцина образумить. Он ведь в КГБ занимался как раз вот этими оккультными науками всякими, экстрасенсами там и так далее. Кстати, почему был вызван интерес к концепции общественной безопасности именно через это? То есть он знал это, он знал, что это объективно существует, а поскольку в концепции общественной безопасности об этом говорилось, был проявлен интерес. А вообще так мы ходили там и воспринимали это как, ходят тут всякие, тут много всяких концепций, идите, ребят, там, вы коротко изложите на 2-3 страничках, что вам надо-то, вот. А Георгий Георгиевич Рогозин, он обо всем этом знал, и когда соприкоснулся, он понял, что это, да, это серьезно, все, и, можно сказать, в том числе и с его помощью произведена раскрутка концепции общественной безопасности, в том числе и проведено-парламентские слушания, где концепция была одобрена. Так я просто к чему это говорю, это некий такой опус, о Данииле Андрееве. Значит, он находился под присмотром КГБ, ему дали бумагу, авторучку, посадили его в одиночную камеру, и вот он там стяжал Шадонакару там, и все, что он о чем писал. Все эти, в том числе о Павле Первом, там, как он туда проникал, откуда он это знал. Значит, вот оттуда, из полей, из эгрегора.
значит, можно, то есть и обладая некими. Насколько верно это, ну, можно подвергать сомнению, значит, какие-то вещи. Но то, что это реально возможно, это факт, то есть это точно. То есть эгрегор хранит информацию о многих событиях, которое происходило с людьми и так далее. Если уметь вот проникнуть туда, то можно эту информацию почерпнуть. Ну, что соответствует вот знаменитой формуле Михаила Афанасьевича Булгакова: рукописи не горят. То есть информация неуничтожима, то есть она всегда есть. Вот. Второе, может эгрегор внедрить в него такую информацию в процессе биополевого контакта. А может наоборот, временно блокировать память, интеллект и иные уровни и системы в организации психики человека. Соответственно, вот с высказанным, можно в намерениях и поведении человека за длительный период наблюдать и выделять, и различать, что в человеке от эгрегора, а что принадлежит лично ему. То есть наблюдательные люди могут это сделать. Ага, вот это вот, значит, эгрегориальные составляющие в человеке, а это, значит, его личностный, так сказать, аспект. Вот. Дальше. Управление от двух эгрегоров. Тоже надо знать, понимать это, то, что происходит. И вообще, я еще раз подчеркиваю, не надо ничего бояться. То есть информация, она есть, надо это просто понимать. А понимая, всегда можно выработать соответствующие отношения. А если не понимает человек, для него это чудо там, то есть он, у него крыша едет, он там не воспринимает. Как это, чего, для него это вообще там что-то запредельное. Если психика человека замкнута на взаимно антагонистические эгрегоры, вот картинка, два эгрегора ненавидят друг друга, а психика человека замкнута и на тот, и на другой, то на достаточно длительных интервалах времени, вот если наблюдать жизнь человека, поведение человека крайне противоречиво. Значит, оно конфликтно, взаимоисключающее. Такой человек, ну, он, так скажем, ну, непредсказуем, что ли. Сегодня он радостный, завтра он внезапно грустный и так далее. Вот, испытывать слабость, подавленность психики. Вот сам о себе это хорошо очень сказал Владимир Семенович Высоцкий. У него, вы знаете, есть такое стихотворение, ну, песня. «Могу одновременно бить витрины и Шиллера читать без словаря». Вот эта замкнутость на взаимно противоположные. И вот эту вот противоречивость привела его. А почему? Потому что зомби, наркотики, алкоголь, тип психики, вот, разорванный постоянно, эмоционально взвинченность, чтобы себя взвинчивать, опять алкоголь, опять наркотики и так далее. Значит, вот это и привело его к гибели. Поэтому и произведение его противоречиво и так далее. То есть могу одновременно бить витрины и Шиллера читать без словаря. Значит, а причина вот такого состояния в том, что антагонистические эгрегоры используют его как энергетическую дойную корову, и тот, и другой. И такой беспричинный и бессмысленный человек, значит, может быть в состоянии эмоциональной возбужденности, похожей на опьянение. Это тоже вот, значит, надо понимать. А доили, почему Высоцкого так? А потому что у него было мозговой разжиж, раздвоение. То есть он жил в одной... С одной стороны, жил вот в том социалистическом обществе, которое дало ему и соответствующее образование, и культуру, там, и возможности выступать в театре на Таганке. А другое, он был уже замкнут на мировое закулисье, которое его доило и через него, значит, формировало умы множества людей. Ведь как его тоже, вот, если говорить с точки зрения достаточно общей теории управления, использовали в темную. То есть на Руси что? Запретный плод сладок, да? И вот смотрите, что было с Высоцким. Его вроде бы песни в начале его карьеры никто ни по телевидению, ни по радио не звучали, но вся страна его слушала.
И что, КГБ это не знало, что ли? Если они были настолько сильны, там, Андропов и так далее, так они бы ухайдокали этого Высоцкого в самом начале. Но они давали ему жить, давали ему возможность писать, давали возможность размножаться и так далее. Что? Нужен был определенным силам. А почему? Потому что здесь, если говорить о роли спецслужб, то все спецслужбы, они подчинены одной спецслужбе, вот этой глобальной мафии. Понимают они это или не понимают, значит, у внутреннего предиктора СССР есть определенные работы, где вот это описано, пожалуйста, мы приглашаем. Заходите на наш сайт, там все это подробно изложено, просто это тема, ну, отдельного разговора. Но вот даже сама постановка задачи, что это было разрешено, и он был героем. А, но герой какой? Что он формировал в умах людей-то? Задумайтесь. А формировало все творчество Высоцкого чего? Неприятие того, что было. То есть он готовил к отторжению того строя. Но а к какому строю он призывал? А к никакому. То есть плохо все. А что надо? А там этого нет. Но те, кто это понимают, вот эти глобализаторы, когда творчество человека не дает, то есть цели-то нету, но отвергать, да, против. Я против этого, против. А за что ты? За чего? А чего? Не знаю чего. Вот и все. Поэтому разрешаю таким. Обратите внимание, вот наши все так называемые лирики, писатели и прочие, в годы до перестройки, которые все критиковали и так далее, да и правильно критиковали там многие вещи, все было нормально. Когда состоялось отторжение того псевдокоммунистического общества, народ ломанул к ним. Скажите, чего же делать-то надо? А они сказать ничего не могут. Почему? А потому что работали только на выработку вот отторжения, а целеполагание, а тем более как достичь чего-то, ни у кого не было. И мы вот в результате этого оказались такой ситуации, когда ни вектора цели, ни полной функции управления, ничего, так сказать, все. А те, кто знал и понимал это, им этого было вполне достаточно. Вот. Дальше, следующий очень интересный, важный вопрос из эгрегоров. Это эгрегориальное водительство. Что это такое? Значит, может быть и эгрегориальное водительство со стороны взаимно неантагонистических эгрегоров. Причем время жизни вот этих эгрегоров может превосходить время жизни человека. Вот на этой картиночке нарисована вот шкала времени. И вот эгрегор, он плывет, значит, по жизни человеческой, а вот время жизни одного человека отсюда и досюда. И вот этот эгрегор от момента рождения человека берет его под покровительство и ведет до самой смерти. Причем сам человек может этого даже и не понимать, что с ним происходит. Причем водительство осуществляется по долгосрочной эгрегориальной стратегии, начиная еще в период становления человека, то есть когда становится личность человека в детстве. Почему мы говорим, что психика человека, она формируется где-то до 10, там, 12, 14 лет. А дальше вряд ли что можно в психике человека что-либо можно изменить. Ну, в массовой статистике имеется в виду. Конечно, есть отдельные случаи. Но в целом у абсолютного большинства то, что в детстве заложено, потом трудно что-либо изменить. Вот такое эгрегориальное водительство, когда тебе всегда оказывается помощь, человеку, может породить иллюзию личной мудрости и дальновидности, так как через эгрегор человеку доступен личный опыт и возможности многих людей во многих поколениях. А человек думает, что это он, я весь из себя такой, вот, то есть весь из себя. А на самом деле это эгрегор, реализуя определенные цели, значит, предоставляет человеку такую информацию. Кроме этого, эгрегор ограждает от ситуаций, в которых личная недееспособность человека стала бы очевидной. При этом это тем более усиливает самообольщение человеком. И такой человек самообольщается иллюзией
своей собственной, так сказать, дальновидности и может умышленно или неумышленно обольщать мудростью и окружающих людей, которая проистекает из реальной, вообще говоря, статистики безошибочных решений, принимаемых таким человеком. Но это вроде бы с одной стороны хорошо, а с другой стороны мы посмотрим в дальнейшем, когда некие вопросы усвоим, мы вернемся еще к эгрегориальному водительству. А дальше посмотрим, как управляют маги и шаманы. То есть вот все церковники, там, шаманы, попы и так далее, экстрасенсы всевозможные. Назовем их маги, волшебники, шаманы, волшебники не то слово. Значит, при наличии в обществе практикующих магов, шаманов, экстрасенсов, каждый доступный им эгрегор, включая и нелюдские эгрегоры, это для них средство управления жизненными обстоятельствами, множеством подконтрольных людей. И в частности, можно говорить об обществе в целом. Делается это на основе искажения и подавления свободной воли людей, чья психика замкнута на подконтрольные такому шаману и магу эгрегор. Ну и вот тут нарисован, вот он эгрегор, вот люди, подключенные к этому эгрегору, и вот шаман, который знает, значит, некоторую информацию, умеет ее вбрасывать, значит, и вот он тут шаманит, вбрасывает, а эти, как кролики, значит, подконтрольные ему, внимают и делают то, что он рекомендует. Вообще говоря, шаманами с этой точки зрения считаются и все экстрасенсы, и попы, так сказать, и вообще вся церковная иерархия. Вот это ведет к устранению в большей или меньшей степени, значит, этими шаманами живой религии людей и Бога разного рода эгрегориальными наваждениями. То есть они в психику людей формируют картину такую, которую они себе представляют, а не ту, которая есть на самом деле. То есть свои учения, свое понимание они вкладывают в умы многих людей. Эгрегор может стать для них средством анонимного использования в своих целях личностных возможностей других людей, входящих в этот эгрегор, если те не способны выявить тематически ориентированное возбуждение их психики извне через эгрегор и не способны оградить свой внутренний мир от вторжения в него эгрегора. Вот, значит, при этом маг-шаман, который управляет таким эгрегором, может быть сам управляем извне, как биоробот. Ну и вот здесь на этой картинке изображено, то есть вроде бы маг-шаман управляет эгрегором, а на самом деле он управляется с более высокого уровня иерархии определенным эгрегором. Ну вот здесь картинка, она полностью соответствует церковной иерархии псевдохристианских церквей имени Иисуса Христа. То есть над ними давлеет, над многими попами, значит, эгрегор псевдохристианства, и они трансформируют это на свою паству. Такой шаман может быть сам невольником эгрегора по причине биополевой энергетической зависимости от эгрегора. Но вот такими шаманами относятся, здесь вот в кавычках указано, вожди некоторых партий. Я вот вам скажу, я видел выступление и близко видел, значит, Виктора Анпилова. Вот у него, понимаете, аж от предвкушения у него аж руки дрожат. Вот он выходит, ему надо, то есть когда он выступает перед толпой, у него идет энергетическая подпитка. То есть это вампир, он, ну, образно говоря, кайф ловит от того, что он вот перед людьми выступает. Вы посмотрите по телевизору внимательно на этого вождя-шамана, так сказать, и это действительно так. Есть еще высказывания откровенные, более чем Анпилов, который, он может и не понимать, что происходит. Это вот один из демократизаторов, Юрий Сенкевич, если помните, такой демократ был первой волны.
Его быстро выкинули, потому что он проговорился на одной из, в одном из интервью, которое он давал австрийской газете в Вене. Ему в 92-м году, сразу после 91-го года, там западные журналисты задали вопрос: что-то, говорит, у вас какая там демократия? Там у вас формируется что-то типа бандитизма какого-то, там у вас демократии в России не пахнет после ваших всех демократизаторских преобразований. И Сенкевич проговорился там, после его быстро убрали, чтобы он языком не болтал. Он, знаете, что там сказал? Он сказал: если бы мы, имеется в виду демократы, не были так слабы, мы бы не стали разыгрывать карту гласности. Если бы мы, демократы, не были бы так слабы, мы бы не стали разыгрывать карту гласности. Я практически процитировал, ну там уж не помню, может быть, нюансы, но суть вот это 100%. То есть о чем идет речь? Что сказал этот демократизатор? Эти демократизаторы знали, что у них за душой ничего нет, вообще ни идеологии, ничего. Им, чтобы повлечь за собой народ, надо было чем-то увлечь. И они увлекли чем? Помните этот безмозглый Михаил Сергеевич? Гласность, там еще что-то, перестройка. И народ пошел, устав от этого пресса ЦК КПСС за ним. То есть они, для них эта гласность была всего лишь картой, которую они использовали для достижения своих целей. И те, которые управляли этими процессами, они поняли, мальчик проговаривается, и они его убрали. Но для чего я вам это рассказал? А вот для чего. Этот же Сенкевич выдал, это уже у нас здесь, когда его спросили, значит, в одном из интервью, значит, что вы ощущаете, вот когда он говорит: а вы знаете, вот выходишь на площадь, а перед тобой 100-тысячная толпа, ты ей а она тебе То есть, вот вам, так сказать, значит, это они вот вбрасывают, этот Тампилов, у него, как у алкаша, руки дрожат, то есть, ему бы сказать что-нибудь, как я сказал. Это Саша у Малатова, то же самое, пламенное, пассионария, понимаешь. Значит, ей не важно, чего говорить, важно, как сказать. Пламенно. А содержательная сторона, что она там говорит? Одни эмоции. Анпилов то же самое. Руки прочь, там, на пасаран. Ну, а дальше чего? Кроме лозунгов, они ничего из себя не изрыгают, вернее, изрыгают, кроме лозунгов, и все. А содержательной стороны нет. А от этого они ловят кайф. И именно таких шаманов, те, кто понимает эти процессы, они поддерживают. То есть, я к чему это вот завершаю свою мысль, что такие вожди и шаманы, они сами невольники вот этих эгрегоров, поскольку зависят от этой подпитки. И без подпитки они просто заболевают. То есть, если нет этой подпитки. А теперь опасности эгрегориального водительства. Вот мы рассмотрели уже эгрегориальное водительство, а теперь какие опасности существуют. Вот если человек ведом неким эгрегором, то энергетическая зависимость может быть не только приобретенной в зрелом возрасте, но и может быть вследствие того, что человек, как мы уже говорили, рос и вырос под эгрегориальным водительством. В этом случае энергетическая зависимость может быть подкреплена информационно тем, что эгрегор ограждал человека всю его жизнь от соприкосновения с эгрегориально неприемлемой информацией, чуждой информацией. Такой человек может иметь очень целостный характер, целостное мировоззрение, развитую культуру мировосприятия и мышления. Но в его внутреннем мире практически не будет эгрегориально неприемлемой информации. И при соприкосновении с нею в обществе ее восприятие и обработка вот такой информации будут искажаться, извращаться и блокироваться эгрегориальным возбуждением его психики, наваждениями всевозможными, блокированием памяти, энергетическим дискомфортом и так далее. То есть личность такого человека в этом случае в информационном отношении это более или менее полный, неоскверненный эгрегориально чуждой информацией фрагмент эгрегора, воплощенный в биомассе. А воля такого человека
не свободна, поскольку не может выйти за пределы эгрегориальной целесообразности вследствие давлеющего эгрегориального водительства. То есть вот на этой картинке то, что я сказал, очень удобно воспринимается как. Вот человек под одним эгрегором, и все. И все, больше он ничего не может. Вот рядом другие эгрегоры, а он не может туда войти и выйти из этого. Все. То есть поэтому личность такого человека подобна кассете, на которую записана только эгрегориально приемлемая информация, которую эгрегор охраняет как от стираний, так и от записи несвойственной информации. То есть, вообще говоря, это своего рода биоробот, который действует строго по программе. Поэтому вот вначале-то, может, многие подумали, о, хорошо, как эгрегор ограждает. Это если хороший эгрегор, а если эгрегор не очень хороший, то он вот ведет человека и ведет так, чтобы, например, делает из него фюрера, которого потом, так сказать, который предназначен к ликвидации и так далее. Свободу воли такой человек может обрести только, если не допустит блокирования в своей психике эгрегориально чуждой информации. То есть вот он должен подключиться к другим эгрегорам. Вот эта картиночка. Но обретение свободы может протекать только вот такой человек, вот свободу и общение с другими может приобрести только в двух случаях. Сам он не может этого сделать. Он невольник этого эгрегора, который его ведет. Поэтому такой человек свободу воли обрести может либо с помощью другого человека, который выведет его из состояния штопора, либо через иерархически наивысшее объемлющее управление, то есть от Бога. Таким образом, эгрегор может подхватить и унести личность, как океанский поток уносит лодку с рыбаком. Рыбак имеет свободную волю, но если он лишен знания своего места в потоке и лишен энергетических возможностей реализовать свою свободу воли, он обречен, и поток унесет его неведомо куда. Как управляют бесы и души умерших? Вот нарисован эгрегор, значит, к нему подключены люди. Вот человек в момент смерти, значит, его душа ушла сюда. И если эгрегор несет в себе вот такие души умерших, или их информационный дубликат. Вот, кстати, очень интересное замечание. Души умерших или их информационный дубликат. Вот пока неизвестно, что происходит. Вот живой человек, у него одна душа, которая взаимодействует с живым организмом. А когда человек умирает, то есть его тело материальное, твердое, жидкое и газообразное, так сказать, перестает существовать в жизни, то вот та душа, которая отлетает от человека, она полностью соответствует той душе, которая сидит на материальном носителе, или чем-то отличается? Это вот есть некий нюанс, о котором, надо еще очень хорошо подумать. Поэтому повторим, если эгрегор хранит в себе души умерших, или их информационный дубликат, или в него входят бесы, то есть фрагменты эгрегора, то какая-то часть из них может выступать в жизни живых людей в качестве подселенцев. Индивидуально непосредственных одержителей по отношению к душам эгрегориально зависимых людей, в том числе и по отношению к магам, к колдунам, там, и к шаманам, к вождям и так далее. То есть, еще раз повторимся, о чем идет речь. Значит, в эгрегоре присутствуют души умерших, значит, фрагменты вот бесов, то, что называется, не совпадающих с алгоритмом обработки поступающей информации, которая бы соответствовала
алгоритму работы Бога, то есть то, что против Бога идет, называется сатанизмом, так? То вот эти фрагменты, либо вся душа, либо фрагменты души, или вот эти бесы, они могут находиться в качестве подселенцев в душах живых людей и могут проявляться в их практической деятельности, в их поведении, в их снах, там, в их наваждениях и так далее, в их психике. Биополевое вторжение и защита от него. Вот биополевое вторжение возможно только при условии энергоинформационной общности каких-то фрагментов психики человека или психики в целом его и эгрегора. Одно из средств защиты – энергоинформационная чуждость психического состояния человека эгрегору. Но вот это предполагает управление, самоуправление человеком в едином процессе мышления эмоциями и смыслом. Управление в едином процессе мышления эмоциями и смыслом. То есть мы в концепции общественной безопасности говорим, что в человеке должно быть эмоциональное и смысловое содержание взаимообусловленное, то есть единство эмоционального и смыслового строя души, чтобы не преобладали ни эмоции, ни смысл. То есть нельзя быть рассудочно холодным, все без эмоций. И в то же время, если одни эмоции без смысла, это тоже не есть хорошо. Значит, когда эмоции преобладают над содержательной смысловой, смысловой. Что для этого надо? Надо следует поднять в своем сознании и удерживать устойчиво поток эгрегориально чуждой информации в единстве эмоционального и смыслового строя души сразу же по выявлении попытки биополевого вторжения. Это касается защиты своими личностными средствами ото всех вторжений в психику извне, бесов, экстрасенсов и так далее, а не только эгрегориальных набегов. Однако, если человек способен осознанно, целесообразно управлять своей чувствительностью и своей распознавательной способностью, то он может осознанно принять в свой внутренний мир программу, стратегию, цели вторжения и отнестись с ним так, как посчитает он целесообразным. То есть он может согласиться с тем, что ему предлагается, и приступить к исполнению. Может принять к сведению для дальнейшего осмысления, а может принять к активному противодействию вот этому вторжению. То есть опять речь идет о чем? Не надо бояться никакой информации, в том числе и вторжений. Просто если ты понимаешь, как это осуществляется, знаешь это, умеешь владеть собой, то есть самоуправляться, тогда так вот почувствовал, ага, идет наваждение, там, значит, у меня что-то мысль терзает, значит, или какие-то мысли пришли, так думаешь, ага, так, предлагают что-то, то-то. Ну что? Ну что, дело, говорят, ладно, значит, ко мне пришла мысль, нормально. Или второй вариант, вот то, что я сейчас сказал. Не, я пока подумаю, отложу. А нет, это мне неприемлемо, извините меня, значит, это тут мысли эти не те, значит, противодействовать этому. Но вот в любом из этих случаев существует возможность того, что некая информация будет объективно воспринята им в неосознаваемых образах, то есть окажется ниже порога чувствительности вне различаемого им. Вот такая информация, она называется информационная мина. И спецслужбы, они, в общем-то, владеют, и не только спецслужбы, а церковные ордена, это у них спецслужбы, кстати, научились этому действию. И вы в кинофильмах, в некоторых, да и по последним событиям даже перестройки, наверняка эти случаи так или иначе слышали. То есть в человека всаживается такая информация, значит, которую он не понимает, что она даже была в него внедрена, а потом она возбуждается, и человек, например, выпрыгивает из окна.
То есть, и когда там рассуждают, что его выкинули, еще что-то, ничего подобного, механизмы этого есть. Как помните, выбросился из окра Кручина, хранитель партийных этих денег всех ЦК КПСС. Он же был, так сказать, самоуничтожился, самоликвидировался. Как это делается? Это вот есть человек, у него есть эгрегор, значит, к которому он подключен. Значит, он так или иначе с ним работает, но в определенный момент времени, как правило, это делается в обход сознания, через подсознание. А достичь этого очень просто, когда сознание отключено. А когда сознание отключено? А когда выпивкой занимается, курение, наркотические опьянения и так далее. Хотя есть и другие технологии, вот в частности, тот, кто добровольно идет там на гипноз и так далее, а что в тебя засаживают? Ты же не знаешь, чем тебя и какую мину тебе туда закладывают. Поэтому вот в него закладывается эта информационная мина, и потом она в нужный момент подрывается. Ну и вот в кинофильмах мы знаем такие случаи, даже я, как уже говорил, из примеров вот наших последних событий, когда, помните, гибли там, покончил жизнь самоубийством министр внутренних дел. Блокированию такой возможности соответствует древний совет. Не должно не только призывать бесов, дьяволов, ругаться, чертыхаться, материться, но и при их самочинном явлении их надо отвергнуть и не вступать с ними в общение ни под каким предлогом. То же касается отношений с эгрегорами, распознанными в качестве эгрегоров, или которые ломают и извращают волю человека. То есть, в частности, если речь идет вот об алкогольном опьянении, тот, кто занимается серьезными делами и не хочет заполучить такую информационную мину, это является тоже одной из причин, когда вот мы говорим, что, занимаясь серьезными делами, надо иметь ясный ум, твердую волю, все осознанно воспринимать, чтобы никто не мог, помимо твоего сознания, внедриться к тебе в подсознание и вообще впускать. И когда даже такие попытки появляются, надо отсекать их, блокировать и не вступать с ними в общение. Вот этим, кстати, объясняется, ну, вот в частности, мне приходится сталкиваться с такими вещами. Я вот помню, в Новосибирске появлялись люди, которые вот они навязчиво к тебе липнут, что-то болтают, ты уж и так, и сяк. А потом, ага, распознаешь, а цель-то какая? Значит, поэтому дальше так, стоп, все, вас для меня нет, нет для меня. И все, потому что дальше бессмысленно. Потому что они несут совершенно чуждую информацию, пытаясь увлечь, внедрить туда, посеять сомнения и так далее. Это вот так достигается разрушение коллективов, даже хороших единомышленников, когда туда внедряется вот такое, так сказать. И помимо вашего желания, если уж не мина засаживает, то сеет, а вообще это мина, засаживает сомнения. То есть одному шепнул одно, другому другое, посеял рознь. И если человек слаб, значит, и относится к этому серьезно, ко всяким этим слухам и так далее. Это позволяет разрушать. То есть тот, кто... А кто такими вещами владеет? А как раз вот всякие черные маги, колдуны, там, экстрасенсы. Все это взято из современной инквизиции там, и более древних оккультных практик, которые достигали своих концептуальных целей в отношении... общество. Собор, соборная личность. Вот все говорят там, русский национальный собор, значит, еще там христианский собор. А что такое собор-то? Ну, это вот когда все объединились. Что это? А что объединились? Значит, на чем объединились? Как объединились? Значит, мы православные. А что православные? Значит, одни православные считают себя православными язычниками, потому что правь, я, финафи, надо, значит, они свое понимают. Другие, Иисус Христос воскрес. Значит, те же самые христиане тоже поделены. Одни католическая церковь, другая русская православная церковь, западная церковь за рубежом, русская православная церковь и так далее. То есть разделение. Поэтому при отсутствии разделений общества на магов, шаманов, творящих свою волю,
или анонимную вседозвольность, и подневольную толпу, тогда эгрегор, соборная личность, входящих в него многих людей, несущие их соборное мировосприятие, память, мировоззрение, иные возможности, в том числе фрагментарно распределенные по душам людей. То есть эгрегор, соборная личность, собор тогда, когда нет в обществе разделения на магов, там, экстрасенсов, то есть элиту и подневольную толпу. Вот тогда только можно говорить о соборе. А можно ли говорить о соборе, где вот есть элита и толпа подневольная, христианская и так далее? И где есть иерархи церковные? Это что ли собор? А в элиту входит кто? Вы посмотрите даже в храме Христа Спасителя, когда идут эти службы. Где находится власть? Власть находится в привилегированном месте. Не вместе с толпой, где толпа, там быдло стоит. Нет, для них особое место. А ведь перед Богом все равны. Вот вам разделение даже, я уж не говорю про облачение церковных иерархов и, значит, то, что им предписано вещать в качестве неусомнительной истины самвона. Вот в этом случае он общественно, собор, эгрегор, в этом случае он общественно обусловленное, надличностное средство, координация деятельности людей, каждый из которых лично несет только какую-то часть знаний и навыков, необходимых для реализации этих знаний и навыков в объемлющих их частную деятельность общественных процессов. Эгрегор, соборная личность, только в этом случае. И он достояние всех, если он не замусорен ложью. Замусоренный ложью эгрегор – это коллективное сумасшествие почти умных индивидуально людей. Вдумайтесь, очень серьезная вещь. Вот если замусорить ложью эгрегор, даже хороших в отдельности людей, то это коллективное сумасшествие. Поэтому почему в концепции общественной безопасности говорится, лгать нельзя. И такой эгрегор опасен для непричастных ему и для его участников, даже без воздействия магов и шаманов. То есть это, говоря, проводя технические параллели, каскадный преобразователь личностной лжи и ошибок в коллективную недееспособность ошибки, беды, общественной катастрофы. Эгрегоры – порождение людей. Если в обществе существует некая группа, выделяемая по каким-то любым информационным признакам, ну, например, курение, там, выпивка, стиль в музыке, значит, в искусствах, там, в моде, в идеологии, в мировоззрении, то ею, такой группой, порождается и соответствующий эгрегор. Поэтому можно говорить, есть эгрегор курильщиков, есть эгрегор выпивох. И даже вот по кинофильмам, да какой кинофильм, по жизни вы видели, то есть, значит, пьяница, если идет, значит, во-первых, его внешне видно в соответствии с триединством, а во-вторых, вот они там собираются, сразу видно, рыбак рыбака видит издалека, пословица-то. Значит, все, у него уже даже у курильщика тот, который вот курит, у него уже слюна бежит там, если он увидел какого-то курящего. То есть они все в взаимной зависимости вот от этого эгрегориального состояния. Поэтому бросание курить и бросание выпивать – это не только физиологическая потребность. Это, вообще говоря, очень серьезная борьба с изменением информационного состояния человека, с изменением его меры понимания. И надо людям, которые вот так настроены бросить эту выпивку, курение, им близкие все должны помогать, потому что это непростая штука. Я сам, например, значит, курил когда-то, все, и было очень непросто. Значит, не так вот там, как некоторые хвастаются. Нет, это тяжело, но это же можно сделать. В том числе и с выпивкой. Да, я выпивал, все, ну и что? Когда понял, что это такое, значит, все. Значит, да, было сначала как-то на людях там, как это все пьют, а говорят, а ты что, больной, что ли?
должен сначала как-то все же вот, все как люди, да? То есть, а потом наоборот оказывается, да не они, вот это все не людское. То есть преодолеешь это информационное состояние и чувствуешь себя абсолютно спокойно, даже смешно там и противно смотреть на эти компании, где там ты меня уважаешь, значит, что там разговаривают, как бред несут, и это отдыхом называется. Мы отдыхаем и за чашкой чая, и просто так встречаемся, то есть очень интересная жизнь, прекрасна. Значит, и люди интересные, есть о чем поговорить, и все это заменяется вот этой бутылкой, там, этим общением, отдыхом у бутылки. И этот отдых потом превращается в мучение, там, ну это... Ладно. Значит, эгрегор, как энергоинформационная система, несущая устойчивую целесообразность деятельности, может прервать или извратить процесс освоения человеком развлечения, если человек, входящий в эгрегор, соприкоснулся с эгрегориально неприемлемой информацией. Эгрегор, будучи надличностным фактором по отношению к человеку, может или убить человека, или исцелить его, наоборот, помочь ему, может сожрать просто отдельного человека, растоптать его, как непосредственно воздействуя на него, так и на развитие обстоятельств вокруг него, так называемые ситуации мясорубки. Однако, хотя любой эгрегор надличностный фактор, способный к управлению входящими в него людьми, но он все-таки, этот эгрегор, он не бог. Вот, поэтому не все ему подвластно. Поэтому вывод какой? Эгрегор – это порождение людей, их коллективное биополе, дух, ограниченно дееспособный без них самих, без людей, поскольку проводниками его деятельности являются люди, чья психика замкнута на эгрегор, осознанно или бессознательно, определяющий меру допустимого и недопустимого в его водительстве в отношении себя. Концептуальная власть и эгрегоры. Вот многие эгрегоры, прежде всего эгрегоры культовых ритуалов, это церквей, орденов всяких, братств, там, мафий. Значит, искусственное насаждение концептуально властных людей. То есть вот все думают, что там мафии, масоны, братские ордена, там они что-то. Да нет, они только инструмент концептуально властных людей. Поэтому они есть следствие этой концептуальной власти. Опять вспоминайте ту схему глобального предиктора, которую мы рассмотрели, что... Глобальный-то предиктор вот там, наверху, а масоны всякие, сионистские организации, партии, движения там, это все вывески для толпы, ордена там, братства и прочее. Поэтому многие вот эгрегоры, прежде всего эгрегоры культовых ритуалов, это искусственное насаждение концептуально властных людей. И здесь эгрегор в этом случае ориентирован на достижение конкретных, определенных концептуальной властью целей по отношению к эгрегориально зависимому обществу. То есть вот если есть опять эгрегор, есть люди, его составляющие, эти люди вбрасывают определенные цели, и эгрегориально зависимые люди начинают выполнять эти цели, не понимая, что за этим кроется. Такой эгрегор в принципе, не способен в водительстве при решении концептуально чуждых задач. То есть, о чем идет речь вот, в такой ситуации, когда решаются концептуальные задачи? А вот давайте мы посмотрим. Эгрегор, ориентированный на порабощение, может только порабощать. Иудаизм, читаем в Торе, вот, то есть иудейский эгрегор, там о чем идет речь? И будешь господствовать над многими народами, а остальные не будут над тобой господствовать. А что такое господствовать? Это значит управлять по-другому. То есть евреев поставили в безвыходные ситуации. Вот если подумать, там информация по оглашению, по умолчанию, ведь им этой фразой, сказанной якобы от имени Господа Бога, говорится, либо вы, евреи, будете управлять всеми народами, либо вами будут управлять. Выбирайте, и они пленники вот этой мысли, заложенной в идею, это вот и есть сила концептуальной власти. Значит,
Господство значит управлять. И эгрегор, где вот эти мысли культивируются, поддерживаются на протяжении столетий, он способен только порабощать. А другой эгрегор, ориентированный на согласие с порабощением, то есть халуизм перед поработителем, не может водительствовать в противостоянии, чтобы противостоять своим поработителям. Это что? А вот это псевдо-иудохристианство. Смирись, христианин. Вся власть от Бога. Хочешь попасть в рай? Слушайся своих хозяев. Тогда там, в раю, ты будешь счастлив. Ударили по правой, подставь левую. Вот опять вспоминайте пирамидку. Здесь что? И будешь господствовать, а здесь смирение, кайся. Смысл жизни, значит, вот на небе ты будешь. Счастья здесь на земле нет. Значит, поэтому все эти церкви настроены на халуизм. Почему они не могут противостоять? Вот я же общался и с довольно высокими церковными иерархами. Ну, из соображений тактичности, там не будем называть их имена, но... А они прямо мне сказали, даже тот, кто благословлял, говорит, а что с ними сделаешь? У них все деньги. Поэтому ничего тут с ними не справишься. То есть все это согласие, смирились, поэтому стоят, молятся, каются, а ничего не меняется. Народ ломанул в церкви, Русь православная. Они ничего не делают. Поэтому Русь сначала качнулась туда, к церквам, а потом видят, а что эти попы? Значит, стоят, только плачут, и все. Сергия Радонежского нет, чтобы призвать на борьбу с лютым информационным игом. И они уходят оттуда, потому что никто не призывает. Там говорит, надо вот смириться. Бог терпел, все само образуется. А само ничего не образуется. Бог ничего не меняет с людьми, пока они сами не переменят того, что есть в них. На Бога надейся, а сам не плашай. Тем более Бог дает подсказки, что надо делать. Поэтому в зависимости от целевой ориентации эгрегора, он может либо оставаться нейтральным к попыткам отдельных людей выйти на решение эгрегориально чуждых задач, либо может пытаться блокировать эти попытки вплоть до физического уничтожения людей, нарушением их здоровья, созданием вокруг них ситуации мясорубок, уничтожение складывающимися обстоятельствами неугодных людей. Вот. Вот такая ситуация. Поэтому это касается, кстати, не только тех, кто непосредственно занимается концептуальной деятельностью, но и тех, кто выявлен таким эгрегором или через эгрегор его хозяевами в качестве потенциальных соучастников концептуально неприемлемых целей. То есть речь идет о чем? Ну вот мы, видите, я сижу перед вами, я честно говорю, я концептуально определился, то есть мне неприемлема вся эта мерзость, которая происходит в жизни людей, и я об этом открыто заявляю. Да, есть противодействие, есть обстоятельства и так далее, но некоторые, не выступая об этом открыто, я открыто заявляю. А другие, я этих людей знаю, все, они придерживаются таких же взглядов, но боятся проявиться. То есть, почему? Ну, в силу того, что они думают, что, значит, никто не узнает, как они мыслят. Нет, вот то, что я вам рассказал, эгрегор все равно выявляет таких людей, хозяева о них знают, поэтому нет смысла сейчас, значит, и, ну, что ли, прятаться, так скажем. И не высказывать свои концептуальные взгляды в относительно происходящих событий, потому что все известно, вообще говоря. Поэтому опять подчеркиваю, не надо бояться никакой информации. Более того, ну как формула есть, враг боится того, кто его не боится. Поэтому наше дело правое, мы все понимаем, открыто говорим о происходящих вещах, значит, ничего страшного, как видите, в этом нет. Вот. Поэтому даже те, кто вот сторонники нашей концепции общественной безопасности, значит, некоторые все-таки пытаются как там-то ловчить, а какой смысл? Все равно все это известно. Причем вы же не можете отогнать от себя эти мысли-то хорошие, ведь мысли-то ваши хорошие. То есть вы же за справедливость, чтобы люди жили счастливо.
вам вся эта мерзость противна, вот, которая происходит в жизни нашего общества, когда одни господствуют над другими. Ну так и что это прятать? Значит, думает, все равно это все известно. Вот. Возможно также, что попытки опосредованного блокирования эгрегориально неприемлемой деятельности не входящих в эгрегор людей через эгрегориально водительствующих людей, пребывающих в общении с первыми. То есть это делается как вот здесь? Делаться может через родственников, близких, знакомых, даже вот через животных, которые, так сказать, близки к своим хозяевам. Поэтому занялся кто-то неприемлемой деятельностью для эгрегора, значит, концептуально которого он не приемлет, на него оказывается воздействие определенное, как со стороны самого эгрегора, так и со стороны близких ему людей, значит, ну, то, что в народе называют «на психику стали давить», там еще что-то. То есть сказывается, пытается его блокировать. Опять-таки, как к этому относиться надо? Да спокойно. Надо это просто понимать, уметь видеть, различать. И когда это понятно, то есть никакого страха нет. Более того, вы хотите своего, а мы своего. Посмотрим, чья возьмет. То есть вы на меня оказываете воздействие, а на вас. Еще неизвестно, чье информационное воздействие окажется мощнее. А поскольку наше воздействие с Богом, то наше, как правило, и я вот с кем бы ни сталкивался, всегда, владея вот этой информацией, можно, ну, как сказать, там, более-менее тактично, чтобы. То есть, если не убедить, то мощь нашей информации, она всегда перекрывает вот любых оппонентов. И даже я могу что сказать, вот на выборах в депутаты Госдумы, если смотрели эти дебаты, вы видели, то есть возразить никто ничего не может. Никто ничего, ни Зюганов, ни Явлинский, даже огрызнуться по-хорошему не могут. И тот Попов, который там стоял нам, это Русь святая, или кто он там был, Русь, значит, он ничего, только он в ответ начинал, значит, трактовать это из Ветхого Завета, не возжелая ни вала, ни раба, там, ну, то есть, мрак какой-то. То есть, биоробот, откровенно, народ смеялся над всеми этими попытками противостоять, вот и все. Поэтому некоторые виды деятельности, ну, такие попытки есть. Для чего я все это вот рассказал? Некоторые виды деятельности в обществе возможны только при условии выявления человеком эгрегориального воздействия как в отношении себя лично, так и в отношении окружающих его людей. И после освоения навыков разобщения своего внутреннего мира и концептуально чуждых эгрегоров и их периферии, воплощенной в конкретных людях. И вот и первое, и второе надо уметь делать в темпе течения событий жизни, как по контурам прямых, так и по контурам обратных связей в энергоинформационном обмене, как с людьми в общении, так и непосредственно с эгрегорами, давлеющими над людьми. Соотношение человек, эгрегор, религия, Бог. Соответственно, вероучения, в которых предание старцев, вот как они говорят, это предание старцев, подменяют собой смысл откровения истинного Бога, порождают ложные религии, то есть религии человека и религии эгрегоров, порожденных людьми, которые принимают ложное о Боге в свои души в качестве заменителей истины. И Господом в таких религиях для человека является не Бог истинный, а эгрегором. А эгрегор. Кстати, вот разница между словом «Бог» и «Господь». Вот если внимательно смотреть Библию, то там, начиная с Исаии, превалирует слово «Господь». И если вы обратите внимание, наш патриарх Алексий II, он не говорит «Бог». Он «наш Господь», «наш Господь». То есть вот две концептуальных вещи «Бог» и Господь. Каждое слово несет соответствующую меру. Вот. Поэтому одна концепция, значит, реализуется через Господа, Господь, а другая через слово Бог. Значит, поэтому надо уметь видеть и различать вот это вот. Ну и вообще говоря, если говорить
о соотношении Бога, который есть, и Бога, которого нет, как это проявляется в жизни людей? Ну, можно предположить так, вот откуда появились иконы? Люди же не знали, вот где Бог, если почитаете Библию, а ты покажи, когда Моисей водил богоизбранный народ по пустыне. Они говорили, а ты покажи, где он нам, где Бог-то? Вот если в исламе, там в Коране говорится, я уже цитировал, Бог это есть вся вселенная, Бог живой, сущий, значит, ему принадлежит все, что в небесах и на земле, то здесь им сказали, а вот Бог на иконе, вот он, смотри. И, так сказать, люди смотрят туда, тем самым они замыкают свою психику не Богу истинному, который есть, а замыкают на вымыслы людские. Поэтому вот все эти ходатаи там, значит, перед Богом и так далее, это вот система иерархии, которая отсекает человека от Бога истинного, от диалога напрямую с Богом. То есть это система отсечки людей от общения с Богом. Целостная система. Через церковную иерархию. Иди батюшке скажи, иди к ходатаю, который перед тобой будет ходатайствовать о Боге. То есть вот эта церковная иерархия формирует что? Толпоэлитарную систему. Каждый сверчок, зная свой шесток. И ты, раб Божий, сиди и начирики. Перед Богом ты не имеешь права лично там холоп встать. Ты только давай передо мной ходатайствуй, я перед этим походатайствую. То есть от столоначальника к градоначальнику по Гоголю. И там уж тогда кто-то перед Господом встанет. А если брать тот же ислам, подлинный, коранический, а не исторический. Там говорится напрямую, каждый человек может общаться с Богом непосредственно. А вот та псевдохристианская церковь, она говорит, не, ты что это сам хочешь? Ты давай вот напиши заявление, и по, с этим заявлением по кабинетам от столоначальника к градоначальнику и так далее. Поэтому люди вот в такой системе, они отдают энергию своим же вымыслам. То есть есть Бог, который Бог, а есть Бог, которого нет, которого выдумали. И вот на этого Бога замыкается психика миллионов людей. Что является чем? Ложью, обман. Поэтому исторически известные вот, гении, оракулы, ведуны, пророки, чудотворцы, святые всех категорий, праведники и тому подобные особенные люди, они могли быть действительно чисто божьими, то есть как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский, а могли быть разной степени затемненности, эгрегорами образа Божьего и искажения информации, идущей в общество через них свыше, вплоть до полного устранения религии истинного Бога. Как это сделал кто? Пророк Исаия. То есть пророчество Исаия это чисто же сатанинское, вот то, что я вам цитировал, помните? И будешь господствовать над многими народами. Значит, а те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Ничего себе, это Бог ему. То есть откуда он это получил? Ясно, что из эгрегора, да еще эгрегора вполне конкретного, сатанинского. И это считается, значит, идущим от Бога. Поэтому до полного устранения религии истинного Бога и осатанелости тех, кого заблудшие почитают в качестве праведников и благодетелей. Поэтому нет принципиальной разницы между подчинением своей воле наваждению, принимаемым за истину, энергетическим подавлением и последующим информационным программированием ранее подавленной энергетической психики, одержимостью человека неким эгрегором, бесом или экстрасенсом, непосредственно или через зубы ретранслятора. Вот все это вышесказанное – это искажение и угнетение свободной воли человека уже в его внутреннем мире и подавление и устранение живой религии Бога и человека. Вот что все это значит. Защита. Какая защита вот от всего этого без предела может быть? Защита от всех них, но уже не личностная, одна.
Это вот здесь нарисовано, смотрите, картиночка. Вот стоит человек на планете Земля. И вокруг него вот эти всякие эгрегоры разной степени затемненности, светлости, одержимости, осатанелости и так далее. И защититься от них всех можно только единственным способом. Это прямой путь общения человека с Богу, с Богом. И этому пути недоступны ни разные эгрегоры, ни бесы, ни экстрасенсы, ни колдуны там, ни маги, ни волшебники и так далее. Значит, поэтому идти прямым путем, не требуя за это награды, вот путь истинного человека, который живет в ладу с Богом по совести, реализуя замыслы Бога на земле. То есть каждый человек должен стать наместником Бога на земле. Каждый человек должен нести правду Божью остальным людям. И каждый человек должен быть пророком по отношению к остальному обществу. Потому что, как говорил Пушкин, правду знают все. И она рассредоточена в умах той суперсистемы, которую мы изучили. И каждый человек, значит, должен эту правду доводить остальным. То есть в этом смысле каждый человек наместник Бога на земле. И только в этом случае мы достигнем тех целей, которые поставлены Богом всему человечеству на планете Земля. Ну и, наконец, последний раздел. Вот мы с вами рассмотрением эгрегоров завершили изучение достаточно общей теории управления и процессов, протекающих в суперсистемах. Как вы убедились, что управление осуществляется не только вот выдачей команд там, структурным способом, но и через эгрегоры. И это, вообще говоря, управление через эгрегоры – это высшая степень, в общем-то, понимания того, как осуществляется управление обществом людей, чуждой концептуальной властью. Поэтому возникает вопрос, а как самим войти в управление? Что для этого надо сделать? Поэтому вот на этом плакатике простейшие правила, как каждый человек может выйти на режим самоуправления и отстроиться вот от всех тех наваждений, жизненных обстоятельств и прочее, которые, ну, мешают ему нормально жить. О чем здесь говорится? В большинстве случаев сознание обращается к проблемам управления, когда наступают неудачи, трудности, разочарования и так далее. То есть не в самое комфортное время. И по жизни вот, нам приходится сталкиваться с тем, что пока у человека все хорошо, ему не до концепции, там, значит, ходят тут всякие, значит, тут вот деньги надо делать, еще чего-то. Но когда у человека начинаются неудачи, же обстоятельства складываются не в его пользу, вот тогда человек начинает задуматься. И вот тут самое это время, значит, ему оказать помощь, поддержку. Это не значит, что и до этого не надо, и до этого надо, но вот это самое такое время, полезные для освоения, конечно, для этого человека не самые комфортные. Что тогда надо сделать? Какие вот 7 правил? Первое. Надо остановить собственную суету, успокоиться. То есть не суетись. Успокойся для того, чтобы дальше что сделать. Второе. Осмыслить то, что имеешь. То есть осмыслить вектор своего текущего состояния. Вот состояние того, что происходит с тобой. Раз, два, три, перечислить там по всем параметрам, упорядочить. Вот второе, что надо сделать. Третье. Вспомнить на, возможно, длительное время, как этот вектор менялся в прошлом. То есть, как вы дошли до жизни такой? То есть, что же происходило? Почему было так, а стало эдак? Причем, на, возможно, большую глубину. Вот это даст вам видение причинно-следственных связей в их совокупности. Вспоминайте вот наши лекции, где идет ваш процесс, а рядом с этим процессом другой, который оказывает на вас помехи. Рядом другой процесс, сбоку, слева, справа, знакомые, родные, все,
фирма там и все прочее, государство, глобальная политика оказывает на ваш процесс, на вашу жизнь свое воздействие. При этом надо обязательно выделить общее внешнее управление, а в нем попытаться выделить иерархически наивысшее управление, объемлющее, то есть управление со стороны Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Каждый человек – дитя Божье. И Бог каждому человеку подсказывает, как надо делать. Поэтому, когда вот будете все это анализировать, постарайтесь, ну, такие вот примеры житейские, так. Когда вам стало плохо, когда вас там по лбу трахнуло чем-то, или когда ногу вы где-то сломали там, или еще что-то. Я конкретные случаи говорю, которые вот с нашими знакомыми происходили. То есть они ломали ноги, им проламывали голову ломами там и так далее. То есть они им говоришь, они не понимают все. То есть им идет подсказка со стороны иерархически высшего управления, причем в достаточно уже жесткой форме. Ты что делаешь-то? Говорит, ты что, не соображаешь, куда ты идешь? Вот. То есть выделить эти подсказки, когда, в каких случаях, в отношении каких событий оказывалась вам подсказка. А дальше следующий, пятый пункт. Обратиться к Богу, к иерархически наивысшему объемлющему управлению и попытаться решить прогнозную задачу многовариантного развития ситуации. То есть, что говоря простым языком, помолиться и сказать... Бога, Боже, помоги мне, значит, вот там-то и там-то, простым обыкновенным языком. Ну, что ж такое, значит, сделай такую милость, окажи помощь в том-то и в том-то там, значит, вот. И когда обратитесь, наверняка придет подсказка, а на основании этого решить многовариантную задачу развития событий. И из множества вариантов выбрать тот, который вы считаете необходимым. Потому что вариантов-то, помните, мы букву Ж-то проходили. Там много же вариантов. И вот надо выбрать наиболее приемлемый развитие ситуации. А дальше вот это сделав, значит, следующее, что надо сделать? Либо подчиниться ходу процессов и сказать, ну что, вот все, я, так сказать, как оно идет, так и идет. Но запомните, кто рули и весла бросит, тех нелегкое заносит. Так уж водится, а заносит она куда? Нелегкая. Как правило, налево, туда, где неудача и так далее. Либо принять на себя ответственность за вмешательство в развитие событий и оказывать на них воздействие в соответствии со своим сформированным вектором целей. Главное здесь увидеть милость Бога, чтобы твой вектор цели не был в антагонизме с иерархически высшим объемлющим управлением. Если применительно вот о людях и о внутреннем предикторе СССР, то что я могу сказать? Значит, ведь что вообще сделано? Вот оценили обстановку в стране, вот так со страной происходит. А дальше встал вопрос, и чего? Либо смириться, опустить руки, Русь пропала и все. Либо что? Сказать, врешь. Не возьмешь. И один в поле воин. И начать действовать, сообразуясь со своим пониманием и видя милость Бога свыше в достижении своего вектора целей. И посмотрите, что сделано уже вот за эти годы внутренним предиктором. Какие работы написаны, какие мероприятия. Мы уже фактически вошли в процесс управления, причем на глобальном уровне. А ведь еще вот до 92-го года, когда «Мертвая вода» была впервые опубликована там, и представления в народе не было о том, что сейчас говорится. А сейчас уже и лекции читаются и так далее. Что это такое? То есть каждый человек – личность. И то, что это нам внушали «один в поле не воин», ложь и «один в поле воин», если он обладает определенными возможностями и, значит, Бог помощь ему оказывает. Ну и последнее, что слово – терпеть. Терпеть. Почему? Потому что изменить ситуацию, вот образ надо такой, если относительно… Там же ведь это вообще речь идет и о личной жизни,
и решение каких-то проблем, и решение проблем государства и человечества. Ну и чем мощнее проблема, чем она грандиознее, ее же не решишь вот за один миг. Надо понять, что, представляете, вот образ такой, вот волчок детский, да, его, который, так сказать, в магазинах-то продают, раскрутили, волчок крутится. Вы можете волчок взять и раскрутить в другую сторону мгновенно? Нет, не получится. Потому что, ну, он инерционен. И чем мощнее этот волчок, или теперь, вспомните, в школе нам преподавали маховик, тяжелый, то есть его долго раскручивают, а потом он сам крутится. Так и здесь, вот эта концепция, в которой мы живем, это вот как тот самый маховик, который раскрутили. И сейчас, для того, чтобы нам изменить ситуацию, надо, образно говоря, этот маховик запустить, чтобы он в другую сторону скрутился, в правильную, в соответствии с указаниями свыше. А это же нельзя же сделать так, чик, и все... А что такое маховик? А это же люди, миллионы людей, они, ну, образно говоря, крутятся в привычных для них этих условиях. Как это можно достичь? Как можно быстрее сделать? А если все элементики, входящие вот в этот маховик, они... будут эта идея овладевать, и не все потихоньку начинать работать будут в противоположную сторону. А что означает слово «терпеть» вот это? А надо понимать, что быстро, очень быстро не получится. Надо, чтобы в отношении тебя и вообще всех процессов прекратилось после действия прошлых ошибок управления. Ошибки-то были? Были. И их же сразу, вот я говорю, как маховик не раскрутить. Поэтому, да, надо стиснуть зубы и раскручивать, раскручивать его в другую сторону. И чем больше будет людей к этому подключаться, тем быстрее мы достигнем, значит, желаемого результата. И, в общем-то, это уже процесс идет. Поэтому на вот этом мы заканчиваем рассмотрение вопросов основных положений, подчеркиваю, достаточно общей теории управления, закончили мы это эгрегорами, значит, а дальше мы рассмотрим процессы, связанные с экономикой, как приклад, они имеют очень такое значение прикладное, и они многих интересуют. А дальше в заключительной лекции рассмотрим, а что надо делать, чтобы вот все это, вот чтобы этот маховик, вот как его... значит, повернуть в другую сторону, и чтобы мы на земле жили счастливо, достойно, в достатке, без войн, без конфликтов, чтобы наша жизнь на земле была счастливой. Спасибо за внимание. До следующей лекции. До свидания.